На її грудях рожева стрічка не просто так. Лариса – одна з тих, хто пройшла непростий шлях. Шлях від страшного діагнозу лікарів, хіміотерапії та до одужання. Про проблему раку молочної залози жінка раніше не замислювалася. Говорила просто – мене це не торкнеться. Не вийшло. Коли тобі таке озвучують, ти до цього абсолютно не готов. І я думаю, всі ми до цього не готові. І якби стараємося... избегать вообще всех этих тем и разговоров, поэтому мало знаем об этом. Вот. Я обращалась к психологу. Мне помогал психолог, я очень ей благодарна. Это человек, который тоже прошел через все вот это, через что теперь прохожу я. Вот. И поэтому эта помощь была очень мне, скажем так, я очень быстро стабилизировалась, я понимала, что меня ждет дальше, как я буду с этим справляться, я не одна, есть люди, которые прошли через это. Головне – не закриватися в собі, боротися та перемагати. Саме зараз Лариса стала однією з тих, хто на своєму прикладі показала, що рак молочної залози – не вирок. Таких жінок з активною життєвою позицією і вирішили зібрати разом, аби вони розповіли про свою історію перемоги. Це дуже важлива і потрібна інформація, кажуть організатори. Помимо того, что мероприятие мы организовали для того, чтобы наши девочки, да, там их поздравить, и непосредственно для того, чтобы они и на своем примере, и мы своими силами, своими словами попытались донести до женщин о том, что нужно не закрывать на это глаза, то, что проблема действительно есть, и эту проблему нужно словить у корня для того, чтобы чем раньше ты начнешь лечение, соответственно, тем больше вероятность у нас избавиться от нее на всю жизнь. Важливо проходити своєчасне обстеження, наголошують лікарі. Починаючи з 35-річного віку, кожна жінка повинна відвідувати мамолога. А якщо у родині були випадки раку молочної залози, то з 25 років. Это, в принципе, излечимая в большей степени случаев проблема. Вот эти мероприятия, эти даже мероприятия международные, то есть месяц борьбы с раком молочной железы, день борьбы с раком молочной железы, как раз и призваны к тому, чтобы эту информацию довести до понимания женщин, чтобы они не боялись, чтобы они шли обязательно на проверку. И даже если есть какая-то болезнь, если есть какая-то проблема, не боялись, не ставили на себе крест, а обязательно шли к врачу и обращались за медицинской помощью. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.